Сижу я, девочки, на качеле. Сегодня четверг, на секундочку, и время 7 утра. Ну, качаюсь, естественно, чушь. Надо оправдывать, что качели зло. И смотрю вдаль. И уже вот я снимала видео про грибы на газоне, да, и я вам могу сказать так, что-то я не вижу грибов. А я 3 дня назад просто рассыпала горчицу. Вот, для того, чтобы она немножко распушила корни непосредственно газона, да, дала газону удобрение, какое надо. И я поняла, что грибов-то я не вижу. То есть все-таки горчица, вот есть маленечко, вот здесь надо, значит, чуть-чуть досыпать. То есть горчица все-таки делает свое дело, девочки. Вон, нету ни одного грибочка. Вот здесь вижу грибочек, вот один. То есть, скорее всего, что сюда не попала горчица. Сегодня же докуплю еще горчицу и прям точечно на эти грибы насыплю. А так, все хорошечно. А посмотрите, какой у нас газон, который мы посадили новый. Ну вы ж посмотрите, какая красота. Девчулечки, здесь горчица еще, с ней ничего не происходит пока что. Вот, пока что она горошинами лежит. Ну, она разбухает. А здесь вот уже наш новый газон. Посмотрите, какой он. Ой, в России, девочки. Сегодня вечером будем косить. Сейчас едем на работку. Что же на работу тоже надо? Как бы здесь хорошо не было. И вот. А сегодня ровно 10-й день, как мы посадили газон, девочки. И вот там мы уже скосили. Вот я начала косить, потом думаю, нет, все рановато. 10 дней. Прям крутейший газон. Покупали мы, вот, кстати, кто спрашивал, покупали мы, здесь у нас спортивный газон, мы сажали его 3 года назад, вот, были денежки, и мы покупали именно спортивный газон, но мы поняли, что спортивный газон, он также растет, как и универсальный, поэтому, а универсальный газон, он дешевле. Покупали мы универсальный газон в Леруа Мерлен, непосредственно 5 килограмм стоит, по-моему, 4700, либо 4800, 20 килограмм. И вот он также, вот он, травка-травка. Понятно, что насеиваются где-то вот с боковин вот эти сорняки. Я потом просто беру шпажку и их выдергиваю аккуратно, точечно. Но так потом, либо просто я их скошу, и уже потом, когда газон будет более, ну, корневая система у газона будет более сильная, я уже их шпажкой повыдергиваю. А сейчас пока корневая у газона слабая, я боюсь, что и газон задерну. То есть вот с боковушек все-таки насеиваются вот эти сорняки. Но я могу сказать, что корневая система газона, она выплевывает все сорняки, в принципе, да, если за ним ухаживать. Вот, а мы ухаживаем. Единственное, что на наш спортивный газон вот в том году, когда мы вообще практически не приезжали на дачу, потому что у нас было очень много работы, насеялся клевер. Ну, он такой, знаете, особо, в принципе, не мешает газону. И единственное, что мы стараемся косить чаще для того, чтобы ну, из цветков клевера... Сейчас найду, где-то я видела цветочек клевера. Где он? А, вот, цветочек клевера. Их надо обязательно скашивать, чтобы цветочки клевера не насеивались снова. Вот, потому что корневое, у клевера тоже, мама, не горюй, и он может, ну, попортить газон. В общем, вот так, девочки. Красота. Пойду еще 5 минут покачаюсь и поеду на работу одеваться.